Итак, всем привет, с вами Дарриди, и сегодня мы продолжим играть в игру «Хоккей или бей». Что ж, посмотрим, что тут нового. Так, спецпредложение. Скин Санты, шапка Санты, клюшка, леденец. Так, стоимость 105 рублей. Угу, дороговато. Игрушка новая, и она уже ломит цены. Так, ну мы зато забрали 100 зубов. Нам не пригодится. Так, все, да, за второй день я получу 110 зубов, за третий день тоже 110, за четвертый день я получу какие-то спиды. Вот, они думаю, пригодятся. Это такая пропаганда спидов. Вот, то, что все спортсмены употребляют спиды, чтобы лучше играть. Чтобы победить, употребляйте спиды. Типа такая реклама. Так, ну ладно, ну я против этого, конечно же. Так, посмотрим статистику. Забито шайб 7, пропущено шайб 11, выиграно матчи по голам 2. А тут везде 0, то есть статистика у меня, конечно, не ахти. Так, да, давайте начнем матч. А, тренировка с ботом, да, маленько разогреемся. Итак. Окей, игра началась. Управление, мышка, то есть я нажимаю мышку на экран и управляю своим игроком. Так, напоминаю, я красный. Чтобы бить, нужно нажать пробел. Да, он такой сильный. У меня соперник попался. Бот, ну, очень сильный. Так, целимся прицельно и стараемся забить гол, да? Ну, вратарь тоже не из простачков. Так, напоминаю, чтобы управлять, нужно зажать мышкой на экран и водить стрелкой. 1-0, 1-0 в его пользу, но ничего страшного, мы попробуем сейчас оторваться. Движение удерживается левой кнопкой мыши. Так, уже сколько у меня голов-то забил? 2 гола забил. Я им пока еще не один. 3-0. Ну ничего страшного, я думаю. Мы только пока разогревались, мы дали ему небольшую фору. Сейчас мы постараемся такие. Да, вратарь у меня, конечно, дырка. В отличие от егошнего. Да и я сам, блин, косорукий, кривоногий. Так, давайте заберем шайбу у него. Вот как он так отбивает? Почему мой так не умеет? Да, забили его, но хотя бы не все то, что уже радует. Убираем шайбу. Ах, блин, он меня ударил. У меня же звездочки. Съел. Так, я его тоже ударил. Плюс выбил зуб. Так, ну никак он не угомонится. Так, тут еще опыт дается за... По-моему, раньше не давали опыт, сейчас уже дают. А, так. Ладно, продолжаем. Теперь давайте уже поиграем с игроком настоящим. Новое достижение Костолом. Слабоумие и еще там что-то. Так, ну тут ничего такого не увеличилось. Доска почета есть. Костя Бабылев. Бабылев. Костя Бабылев. И Бобылев, Костя Бобылев на первом месте. Вот. У меня тут нету в рейтинге. Вот. Ну да ладно, давайте попробуем уже сыграть. А, вход 50 зубов, победа 100 зубов. В лесу бой. Давайте попробуем поиграть, попробуем выиграть. Так, вот он мой соперник. Жора, Жора А. Ну, я думаю, он собак. Так, подбираем. А, я синий теперь. Теперь я синий. Мне нужно в правый угол. В левый угол целиться. Так, почти забил гол. А вот он забил гол, где мне уже научился играть. А, я забывал, что я синий. Как же он быстро не надел. Профессионал, сразу видно. Так, и сам себе гол забил. Так, вот это.
попробуем отобрать. Выбили ему зуб. И. И мы забили гол 2-2. Как-то не хотел играть профессионально, честно сказать. Так, чуть не забивает мне гол. Так, у меня есть шанс. Нет, у меня никакого шанса. И почти. Да, гол. 3-2. Мы почти выиграем. Мне надо по-любому сделать этот матч. Не, так, блин, интересно. С игроком гораздо интереснее играть. Реально, просто за 100 зубов, мне кажется, стоит побиться. Да. 4-3. В мою пользу. Мы попробуем. Мы попробуем. И ни хрена мне не получится, походу, делать. Так, и он забивает гол. Нет, не забивает. И почти забил гол. Да. Он забивает мне гол. 4. А, не было гола, что ли? Не засчитали? Так, кто победил? Победил я. Да, синий я выиграл. И 100 зубов получил. Да, круто, мне повезло, реально, потому что я новичок. Не зря говорят, что новичкам везет. А, давайте попробуем еще поиграть в новогодний бой. Вход 100 зубов, победа 200. Посмотрим, что из этого выйдет. Что из этого вылупится. Давайте посмотрим. Со мной играет Александр. Александр В. Сразу видно, профессионал. Так, рискует. Так, ну ничего, 1-0, у меня было 3-0, я его выиграл. Да, 1-1. Пока что мы ведем. Не знаю, как у него пойдет дальше. И почти забил. Он мне отбирает шайбу. И она просто бешено по всем углам метится. 2-2. Счет. Так, он мне отбирает шайбу и сейчас будет гол. Так, он меня сразу роняет. 4-2. Хотел тут все ясно, я проиграл. А, он еще как-то свои удары рассчитывает, я так не могу. И я проиграл. Ну, проиграл я с достоинством. Вот, ладно. Открыть подарок, один голос. Я не буду тратить один голос. Ну, хотя, в принципе, у меня его и нету, но я бы не потратил бы. Так, ну, что я могу сказать? Так, вот мой прогресс, я уже что-то там улучшаю. Какие-то достижения получаю. Вот, будем ждать от этого проекта чего-то большего. Пока что, ну, так себе, средний балл ставлю. Вот, интересная игра, я думаю, поиграть стоит. Вот. Ну все, на этом обзор закончен. С вами был Дар Риди. Подписывайтесь на мой канал, на канал моего друга, и все будет круто. Все, всем удачи, всем пока.